Молодая женщина пригласила к себе домой холостого мужчину, накрыла на стол, поставила шампанское, а про себя думает: на кухню его приглашу, подумает, что я алкоголичка, в спальню потащу его сразу, подумает, что баба легкого поведения. Пригласила она его в зал, сидят, смотрят телевизор. Через некоторое время она им говорит: слушай, а может, все-таки немножко я тебе налью? Он: да, конечно, можно. Налила она ему 100 грамм. Вот он рюмку туда-сюда крутит, вертит в руках. Она ему: ну, давай, пей же. Он: понимаешь, чтобы начать, нужно немножко выпить. Она: ну, конечно же, нужно выпить. Он: а если выпью, то не кончу.